Дорогой любимый зритель Night Today. У микрофона Юрий Счастливый. Сегодня мы пришли в отличное, красивое место Пятница Бар на презентацию очаровательной певицы Вики. Ну что, меньше слов, let's go! Что знаешь о сегодняшней презентации? Сегодня будет... премьера клипа классного на песню «Забывай», моя любимая песня. Вика Курзова, замечательная девчонка, знаю ее уже 2 года, мы с ней на съемках познакомились. Я думаю, что все будет сегодня круто, все получится, я прям в предвкушении, уже задержится концерт, мы прям все ждем нашу красавицу, мне будет все хорошо. Вика, ты такая классная, вот все пусть будет так круто у тебя, как вот сегодня, как сейчас, и я тебя обожаю, если все получится, творческих тебе успехов, только вперед, только вверх. Сегодня будет выступать Вика, она замечательная певица. Знаю все ее песни наизусть, просто шикарная девушка. Что ждешь от вечера? Море позитива, заряд энергии и танцев. Ну а какая твоя любимая композиция, песня Вики? Наверное, «Прости меня». Прямо она очень лирическая, очень душевная такая. Ну, супер, ну сможешь сейчас спеть прямо здесь? Спеть? Точно, может быть. «Прости меня». Я многого не знаю, прости меня. Сердце уже начинает обливаться. Да. Сольный концерт сегодня. Ну как вот не прийти и не порадоваться за Вику? Чего ждешь от этого вечера? Жду восхищения, жду позитива, жду вдохновения. Красивых танцев, хорошей музыки, потрясающего голоса. Я правильно понимаю, это уже не первый раз на выступлениях Вики? Не первый. Ты прям чувствуешь. Чувствую. Ты прям понимаешь, да? Что знаешь про Вику? Что знаешь про эту выдающуюся певицу, которая сегодня про будет здесь? Про нашу Викулю. Я тоже с Анюткой и с Викулей училась в одном классе. Я, конечно, настолько мне приятно, настолько я горжусь Викой, что она сейчас здесь презентует нам свой альбом, свою песню. Я наполнена, не знаю, такими сказочными ощущениями, предвкушениями такого грандиозного, зажигательного вечера. Ну что можно пожелать Вике? Прежде всего, как женщина, я могу пожелать только любви, настоящей, чистой, искренней. Пусть у нее все сбывается, пусть у нее будет все хорошо, пусть она будет такой же красавицей, обаятельной, и пусть ее карьера... поднимается только вверх. Как доллар вот сейчас вот. Да. Поднимается. Отличное вообще сравнение. Как доллар все время вверх. Жду сегодня с нетерпением премьеры. Хочу посмотреть и видео, ну уже вот когда она и сама здесь будет. И в принципе я ее видел, мне очень понравилась ее хореография, как она зажигает. Хореография вообще божественная. Да. Я, правда, не видел, но я думаю. Можете мне поверить на слово, там реально есть на что смотреть. Это все очень талантливо и очень харизматично. Это самое главное для артиста. Хочу пожелать ей в дальнейшем творчестве всегда ярких идей, чтобы она всегда запоминалась всем зрителям, чтобы ее любили, и у нее чтобы всегда было желание создавать и творить, и быть не как все. Что знаешь о Вике вообще, что знаешь о сегодняшней презентации? Вика, она такой живой огонек вечный, который хочет очень пламенем зажечь весь шоу-бизнес. И пока именно поддержка друзей сохраняет это тепло для того, чтобы воспылать в будущем. Ну что, друзья, мы сегодня побывали на новой сольной программе от Вики. С вами был Юрий Счастливый специально для Night Today. До новых встреч. Пока.